Всем привет! Сегодня получил посылочку с AliExpress. Забрал сегодня на почте вот эту упаковочку. Очень-очень давно ее хотел получить. Все никак не получалось заказать. И вот наконец-то заказал, наконец-то получил. В этой упаковочке у нас очень интересный телефон. Это Lenovo S860. Сразу когда взял посылку, то что-то мне вот не понравилось вот это вот. Не знаю, что там делали с ней, короче. Вот. И вот это вот замятие этого угла. Надеюсь, что внутри с посылочкой все в порядке. А, да, еще прикольно написали. Вот мне очень понравилось. Описание вложения. Chinese phone. Ну, правда написали? Lenovo. Это же китайский телефон. И цену $48. Посылочка ехала 18 дней после того, как продавец дал мне трек-номер. Вот, в принципе, довольно быстро. Так, давайте будем открывать, потому что мне уже не терпится видеть, что у нас там внутри. Да, тут как-то лучше открыть. О, хорошо продавец запаковал. 5 баллов. Отлично. То есть, скорее всего, с телефончиком все в порядке. Я, честно говоря, когда шел забирать, думал, что здесь другой телефон, но потом сверил информацию с трек-номерами и увидел, что здесь именно 860-й. Это, как известно, не знаю там, как кто считает, но я считаю, что это должна быть достойная замена, достойный преемник Lenovo P780, который очень хорошо себя зарекомендовал. Я сам с P780 проходил полгода, поэтому могу сказать, что отличный, классный телефон, и даже сейчас, в принципе, он остается актуальным. Но тем не менее, после выхода S860, то есть вот этой вот модельки, вот, ну, я теперь не знаю, то есть, ну, стоит ли брать P780, посмотрим, то есть, насколько этот аппарат оправдает ожидания, и после этого, в принципе, можно будет решить, то есть, стоит ли еще покупать P-шки или уже все-таки рассматривать этот телефон. Аккумуляторы у них одинаковые. На этот телефончик я сделаю, конечно же, обзор. Стараюсь сделать его на протяжении недельки после того, как сейчас мы сделаем распаковку. Ну, в общем, короче, смотрим. То есть, что у нас тут есть? У нас тут есть пленка, которая прилипла. Пленочка. Это у нас тряпочка. Размазывать эту пленочку. Вот наш сам аппарат. Блин, прикольный. Ха, такой камушек классный вообще. Короче, не могу дождаться, как начну его тестировать. Ну, здесь стандартные всякие бумажки, которые нам не нужны. Два переходничка для зарядочки. Зачем два, не понимаю. 2000 мА зарядочка, то есть тогда для такого аккумулятора это актуально. То есть в P-шке тоже был 2000 мА зарядочка, по-моему, да, точно. Вот, USB кабель. И вот мне было интересно, что посмотреть. Это на гарнитуру. Гарнитура здесь такая же, как, ну, похожая немножко другой микрофон. Ну, похожая на гарнитуру, которая была у P780. Есть просто две версии Lenovo S860. Первая это китайская, то есть вот эта вот китайская версия. С ней в комплекте идут вакуумные наушники. Гарнитурка такая же, как в S939, такая же, как K910 шла, точно такая же. Вот, и в китайской версии, китайской модификации, такая гарнитурка нет. Есть гарнитурка попроще. Там еще есть некоторые отличия. Я постараюсь не забыть упомянуть о них, когда я буду делать обзор. Надеюсь, что я не забуду. Ну и вот такой вот бампер нам продавец положил. Ссылочку на продавца, конечно же, я положу под видео. То есть вы можете посмотреть, соответственно, если вам будет интересно приобрести. На телефоне у нас уже наклеена пленочка, но я ее, скорее всего, сниму, потому что это транспортировочная пленочка, да и, в принципе, она портит весь внешний вид аппарата. Блин, прикольный. Так, ладно, пробуем завести. Очень классно, что сделали кнопочку с этой стороны, то есть уже не надо тянуться до самого верху, как было в P780. Смотрим, какая здесь стоит прошивка. Достаточно ли сертифицировано или нет. То есть придется шить его или нет. Так, там. Нет, не надо выключаться. Пожалуйста, не выключайся. Нет!
Так, нет, я его включу. Сейчас я подключу зарядку. Вот я получил телефончик к зарядке. Не надо коннектиться. Он просто подключен мне к компьютеру. Так, так, так. Что? Developer warning, Android, return, permission, hello. Да, всем даем супер права. Все у нас будут, все классно. Все у нас будут супер юзерами. Куда? Куда тебя понесло? Какой QQ? Что ты? Куда? Ладно, мне интересно другое. Мне интересно. Тун-тун-тун. Language. Жук. Так, русский. Русский язык. Так, русский язык. Хорошо, все переведено в меню, по крайней мере. Тун-тун-тун. Все отлично. Ой, какой хороший продавец. Какая хорошая прошивка. Не то, что Eternal Team. Вот. Ну, все классно. То есть сейчас, в принципе, мне, в принципе, пока что все нравится. Информация о версиях. Номер сборки 422. 860. S321. 16.03.27. Ну, в принципе, как бы пока что все good. Пока что все хорошо. Ничего себе! Какой звучок сумасшедший. Ну что, в принципе, телефон как бы меня уже, ну, я уже предвкушаю уже, что я буду с ним делать, как я буду его тестировать, проверять. Но сразу скажу, что телефон мне вот сейчас он уже мне, в принципе, нравится. Вот, сейчас повставляю в него в симки, переключусь, ну и, соответственно, начну его гонять. И на протяжении недельки ждите, конечно же, на него полный обзор со всеми деталями. Если что-то хотите узнать конкретное о телефоне, то напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я просто не забыл указать, потому что иногда бывает, что я делаю обзор, потом телефон продаю, ну, обычно его сразу как бы продаю, вот, и потом люди начинают спрашивать, а то, а сё, а я уже говорю, блин, да я уже продал, уже, к сожалению, не могу посмотреть, то есть, ну, все, что хотите узнать о этом телефоне, все пишите в комментариях, задавайте вопросы, вот, чтобы я мог подготовиться к обзору и, соответственно, как бы, ну, все нюансы, которые вас интересуют, ну, по мере возможности, конечно, то есть, там что-то будет такое сверхъестественное, то, ну, извините, не обещаю, вот, то постараюсь, в принципе, все сделать. Ну все, тогда больше болтать не буду, приступаю к тестированию уже сегодня, да, что сегодня, уже сейчас, вот, потому что, скорее всего, то я свой Lenovo K910 продам, вот, и, соответственно, как бы, возможно буду брать что-то себе подобное, вот, так что я приступаю. Вы думаете, что вам интересно, напишите мне, чтобы я подготовился и мог ответить на ваши вопросы. Все, на этом видео тогда я заканчиваю. Большое всем спасибо за внимание, что смотрели мои видео. Очень надеюсь, что оно было вам интересным и понравилось. Ждите, скоро будет обзор на этот телефон. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк и еще один. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, вступайте в мою группу ВКонтакте, там тоже пишите, спрашивайте, там есть специальные рубрики для всего. Вот, на этом тогда буду прощаться. Всем большое спасибо. Пока.